Мы приехали на улицу Новогинскую, в центр Сочи погулять. Народу очень много, погода крутая. Прям довольна ем. Дожди отменяются. Любимые пальмы. Мы сейчас идем в морской порт, в морпорт. В общем, хотим посмотреть, погулять. Сегодня у нас программа «Максимум». Обещали сегодня дожди, но дождей нет. Сегодня отличная погода, настроение супер, все классно. Столько новостей, но ничего мы не расскажем. Тайные тайны. Не будем рассказывать? Говорит, нет, не будем. Так что, в общем, смотрите просто, наслаждайтесь Сочи, хорошей погодой, теплой, солнышком, зелеными травочками, пальмочками. И оставайтесь с нами. Ребят, мы в Сочи приехали не просто так. У нас со Стасом была выездная регистрация на набережной. Сегодня можете нас поздравить. В общем, мы со Стасом теперь муж и жена. Вот, так что у нас такое вот было мероприятие. Очень интересненькое, народу было очень-очень мало. То есть практически у нас был наш видеооператор, только и все. В общем, видео, когда получим от оператора, от нашего, вам покажем, может быть, но это не точно. Так что, ребят, можете нас поздравлять. Ждем ваших поздравляшечек. На яхте, друзья, прокатиться в море, сразу отправляемся. Ну, женщина вон сидит. Интересно, что они тут ловят? Непонятно. Так их прям много. Нет, столько рыбаков друг за другом сидят прям. И целый день же сидят, что-то ловят. Я ни разу не видела, чтобы что-то поймали. Там только одного мужика в ведерке видела, рыбки немножко. Мы решили пойти. Нет, не на колесо обозрения, я уже на нем была. Мы решили прогуляться, сходить на поющие фонтаны. Это отель «Богатырь». Там стоит карета классная. И тут вот этот городок детский поставили. Там на машинках внутри можно кататься. Специально для детей сделали новый аттракцион «Богатырские горки». Я еще это не видела, очень круто смотрится. Сейчас пойдем сначала пройдемся по торговым точкам, посмотрим, что там есть. И пойдем на поющие фонтаны. Мостик и показать вам эти богатырские гонки. Что это такое? Смотрите, какой мост классный. Все фоткаются, фоткаются. О, как круто. В общем, смотрите, тут вот такой город.
очень клевый. И вот на этих машинках здесь садишься и по этому городу гоняешь. Смотрите, с двух сторон очень красиво все сделано. Смотрите, как классно. Прям такое все сказочное. Магазин. Он кто-то уже катается на машинках. Блин, сделано все нереально круто, как будто в сказку попадаешь. Мне кажется, для детей прям очень крутой. Крутое развлечение для детей. И со второй стороны, смотрите, как сделано все. Блин, прям очень круто сделали, такие молодцы. Вообще, за год моего отсутствия в Сочи очень многое изменилось. Очень начали активно застраивать Имеретинку. Строят несколько многоэтажек, прям больших таких. Причем по ФЗ-214 строят. То есть 100% дома сдадутся, их достроят. Прям вообще круто. Много развлечений сейчас всяких новых сделали. Блин, я представляю, как тут летом будет круто. В общем, хожу потихоньку и Стасу капаю. О том, как же тут здорово, как же было бы хорошо сюда переехать. Нет, вообще вариант переезда мы рассматриваем, но если при условии, если у Стаса здесь будет работа. Так что, ребята, будем держать вот так вот крестики, кулачочки, чтобы работа была. Ну что, пойдем дальше? Сидит, ждет меня. А? Да. А это что за штуки тут? Типа прокат самокатов, электросамокатов. Скачиваешь QR-код и все оплачиваешь, и вперед из песни. Прикольно. Кожаные изделия. Очень красивые. Смотрите, какие кошельки обладали. Не знаю, моя слабость, это, конечно, браслеты. Я хочу браслет. Я их обожаю просто. Нереально.
смотрите, какой красивый вид. Там какие-то собачки резвятся. Не знаю, не видно вам их, наверное, будет. Но вид шикарный. А мы уже идем в отель к себе. Устали, чуть сегодня находились опять. Очень-очень много прошли. Все, пошли. Первая брачная ночь. Да? Я говорю, первая брачная ночь, пошли. Прошла уже. Когда успел? Сразу после регистрации. Прям на этот, на набережной. Кадры.